Ребята, поздравляю вас с прошедшими праздниками, с наступившим годом вас. Мы в этом году с вами не виделись, но только в коротеньких видео, да, в шотс. А длинных видео не было давно. Что хочу сказать. Я еду сейчас на базу в деревню Лукьяновка, где горный хребет Сихотэ-линия, оттуда вот эти все горные маршруты идут. Позвали меня друзья. Вот, сейчас я еду туда, там будет мясо, баня. Как раз на крещение. Там еще и снег лежит, не в отличие, как здесь у нас. Вы смотрите, не переключайтесь, подержите меня пальцем вверх. Кто не подписан, нажмите кнопочку подписаться. Поехали. Рыбаки сидят. Обезная новая на находку. Я уже показывала как-то вам, когда первый раз ехал по ней. Давно я тут не был. Надеюсь, он работает не так, как у нас. Работает, идет электричка. Я войду в этот сонный вагон, чтобы завтра приехать опять. Давно здесь не было. Асфальт положили, не знаю, до самой деревни или нет. Ну, здесь у нас ветер был очень сильный. В районе прям сильный, да и за городом тоже. А здесь тихо, а температура такая же, вот здесь ну, минус 4, как бы, и холодно. Жарко на улице, очень хорошо. Прям, я уже подъезжаю к Лукьяновке. Уже вот. Смотри, иди сюда. Собака, сейчас тебя угощу. Смотри, угадай, что это такое. Смотри. И вот на стекло смотри. Это вот сейчас, перед Новонежино. Что-то птица, что ли? Фазан, курица, прям. Вот здесь перевод. Прям вылетает. Хотела и она сказать, у меня... жар птицы, но... Вот это она ногами у меня вот так вот проехала. Я прям... Она прям едет... Я еду перед Новонежино. Прям вот этот. И она, получается, вылетает прям перед машиной. Я успеваю, ну, скорость бавить прям, ну, насколько могу, чтобы она мне стекло не раскирачила. И она ногами, в смысле, вот она вот... Против солнца, не видно. Ты готов? Пошел. Ничего себе, как он далеко уезжает. Сейчас. О. А ноги куда? Вверх. Прямо вверх. Из-за солнца плохо видно. Ты едешь? В мангал. Ну как? Нормально. Тебе понравилось? Даже быстрее, я думала, я не доеду. У меня рекорд он этого стола, вот, который возле. Ну ты видишь, повесил. Выключать пока, да? Давай выключай. Кого? А я вон этими щипчиками. А я хочу. Вырезайте. Хочу. Это у нас ребрышки. А это у нас не ребрышки. Просто свинина какой-то. Свиное мясо. Свиное мясо, да, с каким-то маринадом. Слышите, это ребрышки. Свиное мясо. Сейчас идут сосиски, да? Свинина уже подошла, сейчас ребрышки уже почти уже готовы. Вот колбаски. Колбаски. Это то, что черное, это не смотрите, это соус горевший. Он это на кости, тут мяса нету. Мясо тут, оно тут так. Черное это только косточка. Это нормально. Это ребер. Тут вот
отдыхать буду. А тут я есть буду. А там я мыться буду. Ты чё там, моешься уже? Зачем ты там мылся? Чё тут ещё есть в домике? Вот тут кухня. Орут, да? Вот сволочи какие. Как же мне стыдно. Чё тут вот? Вешалки, телевизоры, холодильники. Кухонная зона, да? Печку. Ну это типа камин вообще. Типа, да, камин. Но здесь я должно быть стекло, то есть оно было. Здесь может быть ваш тюфан. Вот. Печка и этот душ. И вот все, туалет. Раковина, горячая вода, холодная вода. Ну и, конечно же, топор. Что без топора никак нельзя. Ну, здесь что? Ой, пахнет приятно. У меня тут забыла свои вещи. Так, это этот? Как он? Вот тут мы наши ласки. Да. Как мы и хотели. А ну-ка, вон так. Еще что-то посмотри. Ну, еще так. Ну, можно же лить? Лить по-любому надо было, конечно. Идем мы по деревне. На снежную. Куда? Мой ободранный чехол. На снежную. Покажи свой ободранный чехол. Сильно там. Вот об джинсы ободрал. Там была обдирка такая, давай уже одни карманы. Идем, горит на снежную. А сейчас у нас через минут 20 уже там баня топится. Да, баня готова. Вовсю. Баня, шманя. Ну вот это снежная. Вот. Мясо нажарили кучу. Снежная, а вот и снежная. А ты такая нежная, баба снежная. Слушай. Прикольно, можешь покататься туда? Так я тебе говорю, просто давай подниматься. Пошли. Тут база. И Сихотэ-Алинский хребет идет. Гора туманная. Гора туманная. Вот это, да? Нет, это не... Туманная вот правена за ветками. А, вот, вон заснеженная такая. Это вот вторая вершина за ветками. Да. Тут собачку потеряли. А, слушай, а нашли ее? Вот эту собаку, помнишь, искали? Она вышла, да? Ее не съел никто? Нет. Снег, хвойные деревья и тишина. И тишина. Замерим высоту. Первое это. Первый прогрев пошел. Чуть-чуть набрали температуры в парилке. Пролили водой дубовой. Это вот чаек у меня, который мне подарили. Вот Юра. А, видео на видео. Ну-ка, открой, да, я покажу. Я уже показывал, да? А что у меня выключилось? Кто? Оно не включалось, сука, я все зря сказал. Вот так разговаривал? Да, давай, ну-ка сейчас проверим. Вот такие вот. Сука, бумаги рыбалки. Ну как же ты так? Это вот уж ты редко снимаешь. Ой. А, это я фотку сделал, короче, и счастливый. Думал, вот, что-то... а сегодня у нас получается этот крещение, да, в ночь? Да. Сегодня ночью будет после 12. Так, ну чё? Давай за встречу, за баню. За встречу, за баню. За пар. То, что мы наконец-то встретились, да? За пар. И встретились так они обычно, да? В Лукьяновке. В Лукьяновке, как не мы. Славянки, не как мы и давно очень хотели. Не хотели. Видишь, как? Да, сейчас мы в Лукьяновке. Как говорится, мечты сбываются. Главное захотеть. Да. Вот. Все, давайте, друзья, за вас. Пей. Я стесняюсь. Давай. Будь мужиком. А, видно чуть-чуть.
Откуда, а где снег брать? Да вот. Так он. Очень холодно, очень холодно. Ух, ух, сейчас колики пойдут. Ну какой-то холодный. Снег холодный. Ну холодный. Ну-ка, ай, кинь, тебе дам. Тебе дам. В смысле, спускались, что ли? Там это без нас было. Видите, валялись машины. Был очень скользкий этот подъем. Смотри, на тропу у гору Фалазы. Или вот основная тропа, или это спуск? Это, по ней можно прийти, и ты все равно к подъемникам придешь. Если сейчас прямо идти, тоже к подъемникам придешь. Они соединяются. Сейчас мы можем оттуда начать, даже если подъем на Фалазу. Я не здесь был, я был. То есть я заходили там, по основной дороге. Да, вот эта вот фигня, и вот это вот здесь, а вот кафешка. Вот мужичок, кафешка и баня. Вот мы здесь у него заказывали, я здесь у него снимал. Да, 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 да. И у нас здесь. Корчевня. И у нас здесь. О, да, да, мышцы. Да. Вот это вот слышишь, у него он, видишь, топится. Он здесь, видишь, эти корешки, он делает эти свои настойки, он типа там таежный чай, вот эту всю херню. Да, да, да. Вот у этого дядьки мы были. Я его снимал. Видите, все, я понял. Вы не хотите поесть пельмешку? Красота. А вот и вы. Солнце. У нас даже высота 476 метров. Где? А вот это она онлайн, да?